Кликните кто-то на шкаф еще, парни. Спасибо большое. Так, тебя засумонили воет или нет? Да, я здесь. Давай, у тебя выкачана кулинарка. Да, выкачана. А, ну все. Я, в принципе, чтобы не отвлекаться, лучше давай данжмастеру я тогда давал, да? Давай на данжмастера, да, рыбу. Да, да. Я прыгал. Ну, он дал звезду на него. Да, у меня рейд фреймы, я все вижу вообще. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас там сбор? Мы ждем тебя. А только мы остались? Да, да. Все, идем тогда. Сейчас. Мы уже готовы выдвигаться. Нет, три места. А, кидай пати капустки мне. Я капустку к хилам определю, пускай их подхиливает. Хорошо. А, мы с вагонами опять идем? Без. Что-то опять начинаешь. Есть в первой пати, вижу, Валтуру называется. А, WhatsApp. Правильно. А, WhatsApp это Ликса Эрпал. Ну, это вагон. Ну, человек вроде как пересел на Эрпала, я не знаю. Ну, я просто смотрю, он то варом ходит, то рогой, то ретриком. А рогой он ходил а он вчера? Миссия. Может он сам что-то сказать, где он? Он вчера, рогом ходил или нет? Нет, 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 он не ходит рогой. Он мне писал, что он PvP уйдет рогой. Позовите его в ГИС, кто-то черканите ему, пускай ГИС заходит. А что происходит? Откуда к нему такой негатив? Не, не негатив, да, нет, никакого надо, негатива. Он сказал. Я хочу его послушать. Не, что-то вот просто зашел. Сразу начал. Не, просто одно дело, если человек полностью пересаживается на персонажа, тогда я согласен, я не против. Но просто если он бегать будет то варом, то палом, то рогой, ну нахуй оно надо. Ну я вон двумя бегаю. Я вон бегаю и магом, и ШП. Че вообще рак, тебе без разницы, что делать? Ща приму сум. Сдам эти квесты. Лёша, ты где шкафа там всяко просит? Типа он ни там, ни там не набьет тревога, все. Все, принимаю сум. Так, Динатрий, Рафаэль. Ну мне, блядь, Ноут заебал уже, нахуй. Кто заебал? Ноут. Ноут заебал. Все. Да, меня тоже Ноут заебал. Давайте, засуманим Влада. Да я тут уж. А, Бездарь, where is you? Бездарь, засуманьте, пожалуйста. А я тебе в чек писал. А у нас так, у кого еще один слот? Под ХДК. А. Все, сумоним. Как там вот этим новым ЕПГП? Так, что мы где-то сразу стоим? Сейчас все объяснится. Сейчас все. Что мы в два протовара идем? Ну, смотри, хочешь, вы можете идти сейчас пока в два протовара, я спекнусь в Эрдру. Но типа с роллом я все равно пойду на медведя. Либо я буду идти с тобой. Да нет, пусть это протоус, давай вармсика. Прыгай. Да, пусть я он вармсик, с шумским потанчу. Мы потанчим просто, да и все. А можно не Гвара? Кто будет танчить? Валтуру? Валтору, блядь. Валтору. Бля, плюс напишите, пожалуйста. Я сейчас дам. Я макрос напишу, чтобы... Реально палец. Туру получается. Давайте. Вы охуели, блядь. Давайте. Я Валтуру-Туру. Так. Да, Валтуру-Туру. Завтра зайдет, полгильдии уже не существует. Так, все. Динатрия засуманьте, сейчас быстренько сумманим Динатрия, раздаем баф сразу и понеслась. Ой, бля, не того. Так, давайте так. А, так. Так. Войт, на тебе кулаки, бля, от Эдис. Давай вон бездарь, пускай кулаки, WhatsApp каски, от Эдис кресты. А я послакаю, хоть раз. Не надо слакать. Не надо. Да, Протеус, ты пока варом сидишь. А, так, бездарь, ты тут в Дискорде? Да. Не, Бездарь, давай, на тебе каски, Войт, на тебе кулаки, Атедис, на тебе кресты. А, тотем на ману убираем, ставим дополнительный тотем на хил. А, Тяка, СС по Никифоцу, Бельт, СС по Олимпу.
Ну и в принципе все. Все, давайте. Динатрий, ты тут или нет, блядь? Что с умоном? Откуда начинаем? Начинаем, смотри, Влад, пойдем в военный, военный чумной, мерзости паучьи. Паучьи оставим легкие, блядь, давай военный сразу закроем просто. Ну да, не вопрос, погнали. Стой. А, блядь, ну ладно, погнали. Давай этот трэш убьем сейчас. Просто бафнемся, сейчас одинаково засумоним. Цяка, дайте шкаф там или кто там еще у нас. Да он не сумонится. Раф, в чем проблема? Не знаю, не тыкается на шкаф. А, дискон, вот в чем проблема, да? Заебись. Огонь, блядь. Начало РТ нахуй. Парни, давайте, быстро. Идите, курите кому надо. Пока сервер. 2 минуты у вас есть перерыва. Сразу там по 2 сигареты курить, я не знаю. Без меня перестанешь дальше скоро ходить. Ну, надеюсь, аддон там и ПГП все скачали. Мастер. Сейчас увидим. Нет, а он обязательно надо был? Скачайте аддон, который вам дал Слава, и ПГП. Качайте, ставьте прямо сейчас, пока есть время. Ну, давай попробуем. Ну, типа ты просто не сможешь ролить шмотки. Да, типа все будут ролить, а ты будешь просто сидеть и такой, бля, что тут нажать, короче. Слэш ролл. И ты будешь ролить, а всем будет похуй на твой ролл, и просто шмотки будут уходить по приору людям и все. Сирок упал, что ли? Да. Динатрий, а где ты там, что тебя сумануть нельзя было? По шкафу тыкаешь и ничего не происходит, типа. Не знаю, но я принял сумму. Мне пришло. А подожди, тебя выкинуло, да? Да, мне выкинуло. Бля, ну походу это, походу тебя забанили, братан. Сейчас, походу, опять пересобирать придется. Не, сивак-то упал и ничего, я не мог. Да, упал. А, ну поэтому я не мог зайти в игру. Блять, Шумский, дал бы потроллить, ну нахера ты, а? Дал бы. Это как обычно дом ставится, да? Угу. Да. Просто в папку интерфейс addons закидываешь и все. У нас так, кстати, Скофилда когда-то забанили. Понял, мы накс шли 25-ку и просто посреди этого данжа дисконнект и Скофилда забанили. Заходите. Ну, зайди ты первый. Я ж думаю, оно откатило назад, правда? Во, запустило все-таки на сервак. Да, скорее всего, да. Мы сейчас, наверное, не начали бить этот трэш. Да. Я вообще стою возле камня. Пустяк вас запустил. О, а я, походу, на острове вообще. А, ну нормально, походу. Не пускает. Я первый на сервер, да. Вообще прикольно. Пробую еще. Нет. А что пишет? Соединение разорвано? Ну, многих так пишет. Ну, жди. Ну, сервер работает и чат работает. А Тедис вон зашел. Ну, они писали, что там сейчас просто пытаются все ломиться, поэтому оно будет тяжко еще зайти. Немного подрыгивает. Пум-пум-пум. Так, а у нас же импа нету, правда? Или кто-то бегает, или Бель бегает с импом? Да я на этот, на ХП пару. Все, окей, супер. У нас есть паладин с сайлой. Да он WhatsApp на тебя покидает, сайлой. Все, мы не домашние. Как же ты его троллишь? Я бы после этого сейчас прямо сейчас выходил бы и удалял палатина. Да ну зачем удалять? Не, оденется, будет дамажить, а сейчас не дамажит. Чё, Кадыров, не, я вчера такой радостный был, блядь, когда давал топ-3. Ты вчера магом на дамаж? Спасибо. Да. Ничего себе, а сколько давал? Ну... 4? Или 5? 2. Два? Ну, бля, братан, ну, есть куда расти. Фоток, есть куда расти, есть куда расти, это хорошо. Точно?
Да, я уже думал удалять, заново создавать. Не-не-не, я в тебя верю, нормально все будет, не переживай. Ты в меня еще с того Накса десятки веришь, я помню. Бля, ну ты тогда какой пришел? 199-й, по-моему, с нами пошел? Да. Ну, грех был, не потроллить. Такой осадок в душе оставил, пиздец, блядь, никогда тебя любить не буду, нахуй. Да я ж ничего такого плохого не сказал. Просто все, сказал, все, что с нами откровенный вагон. Че там это? Получаешь очки чести 200, ебать. Кто? Читы, нахуй. Ебать, опять 200, смотри, что это за голову, то, что... Это дают за Ола берешь? Либо Ола берешь за эти значки, которые валюта, осколки каменного хранителя покупаешь, и все. И обмениваешь. Что там это? Сум выйдет погулять? Нет. Дайте шкаф. Чака, или... Ой, все, ставить. Ну-ка, с осколками поподробнее. Сколько можно? Или там это, или мама не пускает. Давайте там, плюс 3 в рейд кого сумонить. Там по 30 осколков каменного хранителя вроде. Ну, там плюс-минус, да, не больше сотки. И там что ли можно купить... Блин, я забыл, я тебе сейчас не расскажу. Давай после. Это просто тупо боевой пропуск. Все, блядь, жетончики попадали на. О, заебись. Меня засумали. Так, так, кого еще ждем? Леха Донгмастер. Все, Лерой Дженкинс. Да погоди ты, Лерой. Сейчас у нас да Нершал. Я не гулял, ё-мы. Маги, дайте стол, пожалуйста, а то еду откатило, блядь. Да, кстати, хавчик. Здесь а кто у нас кабирус остались? Трик, Ханкуль и WhatsApp. Да, и капустка. Да, проклятие проклят, когда еду берешь. Ты постоял на ней ногами. Подойдите, тыкните, плиз. Лёх, можешь флажку дать, плиз? Рывок на тебя еще. Подползай. Так, Лёша, Ханкуль, ты тут? Тебе сколько? Лёша, давай две. Ханкуль вроде есть. Бартер, пошли. Лёша, Ханкуль, ты заходишь? Нет, чё, у меня чё есть. Алексей Ханкулевич. Алёшка, блядь, ответь. Алёшка, сынок. Ну, 24 одного не ждут. Давайте пока Берзерша мы попробуем по чуть-чуть. Я запишу это. Так, а чё, а кто тут это дамажит вообще? Все по чуть-чуть. Сейчас посмотрим. Нет, чёрный я. Я имею в виду Валье. А, Никипоц, Валье. Никипоц. Походу пока только Никипоц. Вот. Ну, Никипоц и Алин. Там сейчас совы будут ронять рейд. Да, блядь, не будут они ронять рейд. Это не Аус, был бы Аус, тогда да, я согласен. Вот зашел, парни, смотрите, вот дал вам черепочек. Ебать. Ой. Добрый вечер. Отказывайтесь, это пусть РЛ потом распределит. Нихуя. А че не вылазить табличка? Смотрите, сейчас задизит кто-то случайно. А я бы не отказался взять. А, вон, разделили. Кстати, можете сразу вон нажать. Я нашел. Бля, совы, это жесть? Вы со своим старполом, бля. Чё жать надо? Да. Войт, ну распределишь потом, короче, заново. Так, палы все запомнили, кто какой баф дает? Атедис кресты, Войт кулаки
И бездарь, ты даешь каски. Ты мне говорил койки давать. А, на бездаре? Нет. Сказал, койки давать. Нет, на бездаре я говорил каски. Нет, ты говорил ему кулаки. А, ну ладно, ну бездарь, давай тогда кулаки, войд каски и отойди с кресты. Да вы ебанулись, блядь. Да я знаю, что всегда на протпал ходит, да и все. А тут, блядь, на протпал что-то вообще никто не хочет. Я качаю я качаю протопала дворфа. Там аккуратно, парни. Блядь, ну вон же ж крутится, прям возле вас, посмотрите. Забрался на себя. Ну не все. Ну и мобика на мне было. Так. Повыебываться пока могу. Ну да, ну да, ну да. Да, ну я, конечно, смотрел, какой там Т4, Т5 дает с эти допы на медведя, там вообще, блядь, лютейшие. Ну, самый пиздата, это 2Т4, 2Т10. Собираешь, блядь, и ты просто бог трэша, нахуй, и вообще не ебет тебя. На медведя или вообще? На медведя. Ну, под некоторых энкаунтеров, конечно, собираешь 4Т10 за счет увеличения прожимки. А так 2Т4, 2Т10. 4Т4 бесполезно абсолютно. Даже не собирай, мой совет. Ну, просто у меня мейн мишка был на X3. Я же помню, ты говорил, что ты на танках играл. Так, некий пост, ты там давай, блядь, дамаж. Прям активно дамаж. Я чё, зря на тебя бдилку кинул? Бля, я понял, короче, ладно. Андрюх, держи, на тебя перекинул бдилку. По рекаунту, блядь. Я стрэш маловато. Ты в рекаунте первый. Войд ауру коня убери нахер. Ты ржание какое-то там здесь у вас. А, это конь. Войд, дай каски нам по рейду. Я чувствую, сейчас будем ДП ебашить, блядь. Паладинам за то, что бафы я не дают. Я чувствую, что-то вы странно вначале сказали, без дарю каски бафы, это Тедису кресты, а мне кулаки. Да? Да не было такого, блядь. Хуй знает, я вообще вон не за бафами бегаю, блядь. Сейчас перед боссом остановимся, сейчас всем бафнемся. А еще раз всем все расскажу. Еще раз сейчас все повторим и пойдем бить босса. Че, тот трэш будем? Да, скрыть, да, сейчас, блядь, кто-то зацепит по-любому толстый. Бля, я думаю, чё у меня агро нету, а я нахуй этого, один спелл не вынес. Не подходите близко, чтоб не затаунтить. Так, давайте. Звезда Скофилд, а ромб, кто у нас на ШП? Я не буду, бачи не будет. Нет, бачи не будет. Значит, капустка. Значит, капустка. Капустка. А босса танчим вот тут вот, держим куклами. А Влад, заберешь двух задних. А, я на подстраховке. Да, я на подстраховке, если что. Теперь поехали еще раз. Бездарь, кулаки, войд, каски, Атедис, кресты, Цяка, СС по Никипоцу, Бельт, СС по Олимпу. Ну, я вообще это запомнили, вы до конца так идете. А, ну и в принципе все. Идем в 4 хила. У нас 1 ДЦ, 2 хпала, 1 Наршама. В крайнем случае, если что, я спекнусь в Эрдру. А, ну, в принципе, все. Танчим в звезде, никто далеко не выходит, не выносит его дальше, поэтому все. Если все готовы, давайте, кресты садятся в кукол и начинаем. У нас там динатри где-то ходит. Да, я хуй знает где он. Сейчас, пусть босс пройдет, обойдет на другую сторону и садитесь сразу в кукол. Динатри, все, давайте. Не сидите, не сидите никого!
что играем по боссу. Парни, звезду его заведите и все, в звезде стоим танчим. Так, куклы забирайте. Скоп забери. У капустки когда? Кстати, если что, стоим на подстраховке и затаунчу его на себя просто. Затаунчу нормально. Если надо, скажешь, я еще таун сдам. Окей. И прожимку. Окей. Я смотрю просто, чтобы он в рейд не побежал, да и все. Ну правильно, правильно. Так надо. Сейчас контроль будет спадать, готовься таун. Жми. Жми. Обновляйте быстрее, пожалуйста. Не водите его далеко к центру, чтобы присты доставали. Пристов будет слетать. Так. Куда он побежит сейчас? Ну куда? Пошел ко мне, иди. Все, хорошо. Сейчас заберутся. Да. Забрали. Так, следующая провокация через 10 секунд. Что у нас там? Все, лут стоит. Тихонечко. Баллада, держи Инор. Вот там, да, и по этому, по Кадырову солю. Я сейчас заберу. Ой. Забрал. Угу. Добивайте там 8%. Сразу идем дальше. Слава пусть занимается дропом. Учеников добить. Все, отлично. Побежим. Че, кстати, Аня? Че была? Тотем какое-то, кольцо. Шея на РДД лат. На танк. Ну, у меня есть такие. Так, кольцо. Да. И что тут, на что надо тыкнуть, если... Ну, смотрите, кольцо. Если на main spec, то ты нажимаешь на main spec. Если на второй spec, нажимаешь off spec. Если тебе не надо, нажимаешь pass. А если проходное? Сейчас я поменяю, будет по-русски написано. А что значит проходное? Ну, типа, ты ее поменяешь, если лучше выпадет. А. Нажимаешь, это третья строка, я не помню, там была третья. Сейчас я говорю, поменяю, кнопки будут по-русски там написаны. Сейчас будет все предельно ясно. Там мейн... Надпись мне похуй. Хуй, давай мне.
Ну, вчера ребята ходили и там ролили, все это нормально было. Тебе на распыл закидываю там. Да, 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 закидывай, закидывай. Я распылю в гинбан скину. Этот самый Протеус, тебе наручи надо вот эти? У него там аддоны слетели. У Влада, по-моему, есть они. Да, у Влада есть, Влад же сказал, есть. Не надо. Протеусы нужны. И что у нас, кстати, господа, с фласками? Почему я не вижу на половине рейда фласок? Ну, я не пил на инспекторе. Так сейчас такие боссы в руку держал. И что? Так, давайте... Ну ладно, давай я тут постою, ты в той комнате постоишь, тебе проще будет собрать. А, так, да, давайте, давайте... Давайте, 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 третья туда группа, четвертая тут, Атедис и Ханкуль на ту сторону, Баллада и Войт тут остаются со мной, Капустка давай туда, на ту сторону, так. Еще это, дай мне Бездаря и Решалу. И вас давайте туда. И одного ДК. Да, вас все, туда, мне хватит. Туда, Решала туда, Данжмастер тут. Данжмастер тут, WhatsApp тут, Динатрий тут. Ну, в принципе, Цака давай туда. Смотрим примерно, что у нас получилось. Там все равно надо больше ДД, чем здесь. Я думаю, вам там хватит. Сейчас, ритм вылетел. Так, Олимп, давайте. У тебя там вас стоит. Да, да, хорошо. Так, Леха, напулишь в меня тогда, в медведя. Решала Влада, пусть напуливает. А, друиды, а можно лапу на рейд? У меня а чё, нет? Треть рейда без лап. Спасибо. Огонь. По ДК кулак. Спасибо. Так, ждем Олимпа и заводим эту движуху. Три игнорщика фасок. Некий Потс, Баллада и Цяка. Чё с фасками? Ну, у меня 5 штук. Ну так юзайте, парни, юзайте. Может, на рыцаре лучше уже юзать? Да тут юзайте, юзайте, блядь. Ну фаска стоит 100 голды, парни. Типа, какая разница, что на рыцаре? Меньше даже. Ну, блядь. Давайте, подходите, я вам дам, блядь, голду на фаске. Все, Олимп зашел. Сейчас Олимп подходит и начинаем. Ну, хоть зайди за этот.
Войт, а можно мне там, короче, сразу подкрутить, чтоб весь лут мне шел? В рулетке-то? Да-да-да. Такой хуяк, это везде Волтори, Волтори, Волтори. Да-да-да-да. Других вариантов нет. Олимп. Ну, экран загрузки сейчас. А, все, мне просто показывает, что ты уже загрузился, ну, типа... Все, вылетел, блядь, Олимп. Ты что тут забыл? Так какой, экран загрузки синий у тебя там? Не, обычно на КамАЗе. Ах. Блядь. На КамАЗ. Да, кстати, вот тему пишет этот Протус. Поставим тебя, короче, в Далоране вместо Велеса. На его место станешь, и будем там рулетку играть. При том, что... Давайте вместо всех NPC. Кто-то будет там Т9 куски продавать. Короче, я предлагаю без него начинать. Это дохлый номер. Давайте, блядь. Короче, давай без Олимп. Нахер он нужен. Поехали. Геннадий, в следующей жизни. WhatsApp, забудь об этом. WhatsApp. Давай, знаешь как, чтобы я не ебался, каски бафаешь теперь ты с этого момента. И переключи на первую ауру свою ауру. Какая разница? Да просто выйду в падлу бафать, блядь. Ему просто в падлу бафать, блядь. Вот и все. Давать, блядь, пока вы будете падать, там, ну, за всем не уследишь. Че, ПТРБ забафались, да и все. Да там аура еще стояла вторая, надо. Ох, уж ленивые эти люди. У меня такая. Да паладины все такие, блядь. Одни ленивцы. Вон, бездарь подтверждает. О, нихуя, это Андрюха в рейд пришел. Да. Но я ж обещал, что он в субботу будет. Ты обещал. Да. Ну, на РТ я же говорил, что он в субботу придет. Я говорю, ну приходи, да. Да. Да, я ему вчера еще, короче, это, не вчера, позавчера звонил. Молил там, просто говорил, блядь, Андрюш, пожалуйста, я тебе всю голду, что у меня есть, отдам, блядь. Только хуя приди себе, в рейд, нахуй. Блядь, да, чем меня так да. Не бросит, пиздец? Да нахуй ты кому нужен просто. Да я согласен. Все, ладно, парни, я погнал, удачи вам, блядь. Да, ты друид, он паладин. Э, куда? Не знаю, кому на мне там нужен. Понял, блядь, без, розового, без розовых пати не то, понимаешь? Вообще не то. Оп, вот ЛГБТ-сообщество подтянулось. Осуждаю. Да, понимаешь, у меня этот... было на... В X1 на гильдии скид. У меня там была постоянная проблема, что вот я шел танком БДК, и со мной постоянно в пати было 4 паладина, блядь. Сука, постоянно, блядь. Как на той картинке? Да. Только без продолжения было, понимаешь? В основном я их ебал, а не они меня. А Афу есть? Я бы посмотрел. Телегу мне скиньте, кстати. Ты зайди на Pornhub, там все есть. Там в топе, если что, висит. В закрепе. Нет, я не блондин, блядь. Я вообще лысый. Ну там с лысыми есть. Лысый говоришь, да? Ясно, я понял, буду знать. На настроение что-то, блядь, потроллить хочется. Что-то лазить его, сейчас допиздишь что-нибудь. Да не, вроде не должен допиздеть. Да, Динатри, там и с кровами есть, там с кем угодно. Я сам Таурен, как бы, ну, и ты понимаешь, там как раз и ДК у меня был Таурен. Так что все нормально было там.
Все нормально. Таурен и 4 паладина. Так видео и называется. Что там тут пизда? Что вас порыгали так? Ну, вы это, поаккуратнее, пойдёшь, пожалуйста. Танк, я думаю, мы... Да, блядь, если бы выходила не такая толпа мобов, нахуй, то танк бы держал. Что, живых нету там? А, Никита. Никита, если живой, подними, пожалуйста, Олимпа. А, блядь, Олимп же вылетел, ёб твою мать, блядь. Фаза 10 секунд. Смотрите, там БРы какие-то, если друиды есть. Помогите. А друиды... Да. У вас Ники Потс. Нормально, нормально, добьем. Ваза пусть поднимает, поднимай ваза. ДПС все равно. Босса сейчас бить надо. И к стенке отойдите, к уголку. Все РДД вот сюда, ко мне, к стенке уйдите. И мы тоже, где здесь босс появился, тоже сейчас будем отходить. Да. Я думаю, Геру тут не надо давать, в принципе. На конях уже дадим. Не надо. Все, к стене, все, парни. Так, кто у меня тут есть? Баллада, на тебе, Иннер. В этом Солок он культ танчит. Никита, дай вот Эдиса Иннер там у себя. Никогда. Я понял. Да, более чем. Там он, блядь, пахнущий дед уже 5 лямов дал. По трэшу по всему. Давайте к стене. Я сейчас захилюсь. Блядь, друид универсальный класс. Никит, как откатится, дашь в этот дисейнер? К стенке, ребят. Не уходите туда. Не ловите лишние добавки. Ну, я так понимаю, Олимп с концами ушел. Ну и хрен его. Сейчас поменяем на кого-то. Бля, Миша, ты шаришь, да? Сразу видно, что Кадыров взрослый человек. А, нашел? Зашибись. Ты главное этот звук не включай. У нас знаешь, как было, Влад, вчера? Не знаю, видел? Ну. Не, не смотрел. Короче, сдохли вот здесь, где мы сейчас стоим. Просто сдохли все. И не было еще 30%, ну, босс только вылетел. Фаза началась только через 5 секунд. И ворота открылись, короче. Аус побежал меня резать. Там, короче, добили тоже. Давайте ресаемся, идем дальше. Бач, кастеры ликуйте быстренько. Да? Ну, жестко тренько. Парни, кто может ресать? Ресаемся. Всех там показывает, по-русски сейчас написал вроде. Да. Я похуй, мне похуй, буду пропустить, чеши. А что такое мне похуй? Блядь, ну что, русский не знаешь, мне похуй, значит мне похуй. Как ты нажимаешь, тебе ИП не начисляют за рейд. Вот, нажимаешь, тебе... Я разрулить после ласта. Нажимаешь, и тебе ГПХ2 летит. То есть... Если я правильно понимаю, Слава, то есть, типа, когда кто-то ролит, типа, ему сразу начисляется автоматом ЕП, да? Ну, вообще, я вручную ввожу, потому что автоматом там другие немножко значения. Я понял. Окей. Ну, все, давайте. 20 секунд там... А, там минута стоит, сука, сейчас уменьшу, блядь. Вы там не дрочите с этой, с выбором. Хоть что-то нажимайте. Да я посуду все. Сейчас, блядь, куда он нажимать? Нажимай, мне похуй. Нормально будет.
Так, давайте, отпивайтесь тут, сидите. Давайте, баф по рейду. Не-не, назад. Назад там идет толпа. Так. Этот пахнущий дед написал второй, третий спек. Если, ну, шлем тебе шумский закинул. Ну, как передашь, ему скажешь. А, дед, дай на печенье трейд. Или давай к коням уже подойдем, на конях уже доштрейтим. Че мы, в 3-4 танка там будем? Вас потанчит с метеором просто, я потанчу этого, а ты пойдешь с протеусом на дальних. Вообще нормально. Окей. Протеус, не подведи, блядь. Да, протеус уже... А там пэли мы еще поставим просто, да и все. Аккуратно, слева, не, слева, нам, слева, нам... слева, 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 парни. Слева сейчас. Нам туда или мне нужно. Стопнули, стопнули, проходим, проходим, проходим. Без элема будете бить? Нам там элем не нужен. Да. Хорошо. Нам хила одного, дай просто окей. Туда. Ну я вам по хапалу поставлю. Лучше двух. Я да, по лучше хапалу двух. Все, визы пройдем. Да. Ханкуль похилит рейд, а баллада похилит меня просто в ДЦ, да и все. Много осталось. Пока бафаетесь, отойду на этот на 30 секунд био. Лёшка, давай вот звезду нам рыбу сразу. Так, деду я шлем отдал, Слава. Всё, деду шлем отдал. Ребята, кушаем рыбу. Поставьте там шкаф, присуманьте мне. Дайте шкаф. Вон, тыкайте шкаф, он. Земля ГП. Бля, Лежа, плюс 400 за камни, ебать. Что плюс 400 за камни? Ну, мне камни по 400 купили, пиздос. Нормально, нормально. Так, ребят, смотрите, в звезде потанчит вас, вы его просто бурстанете и все. Баллада, ты с медведем идешь в печенье, а Влад и давай Войд, вы пойдете в трусы, а Протеус с этим Сатедисом пойдут в уром. Кушайте рыбку, пейте фласки у всех, у кого нету, сейчас мы бафнемся. Олимпа сейчас надо кикнуть. Надо кого-то добрать. Все, я тут. Так, вы без элемов будете, да? Да, 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 не надо нам элем. Ну, сейчас, секунду, сейчас сэр Дэлан, по-моему. Дайте инту и каску. Сейчас все соберутся. Так, смотри, Влад, ты пойдешь в трусы с этим, со Славой. А Протеус с Атедисом пойдут в этот ромб. Сейчас okay. Скайтека доберу. О, не уденетесь там, не переживайте. Ты Ская берешь? Ну, сейчас. Ну, наверное, могу, но может придется уйти. Да, он человек у нас, блядь, занятой, поэтому... Да пока просто пошли в 24, потом... Давайте походу... пока так, если пиши, что... Пиши, потом... если кто-то будет все, плюсовать. Все, он написал, если что, потом замените. Все, поехали, давайте. Так. Засуманьте скайтека. Я сейчас засуманю. Тыкните по... А, кстати, да, можно вон саба, но он против. Ну, я уже взял. Ну, там, если что, возьмем на замену его просто, да и все. Кто у вас четвертый танк? Вас, смотрите, вас танчит в звезде,
я танчу в печенье. Меня хилит баллада. Ханкуль хилит звезду. Ребята, в звезде все вместе встаньте. Ты идешь с Владом. Ты с Владом стоишь в трусах. А Тедди с Протеусом стоят в ромбе. Вы меняетесь на двух стаках, ребята. Добиваете звезду. Потом приходите в печенье. Меняемся в печенье. Стаки словили опять. Вышли в звезду, поменялись со мной. Добили и потом побежали туда. Вопрос, кто танчит в это в звезде? ВАЗ. ВАЗ. ДК. 27 КХП. Не уроните его только, пожалуйста. Так, ребята, даю РЧ. Сейчас, секундочку, пожалуйста. Давайте быстрее. Так, что по бафам у нас? Бафы. Ну, я готов его... Войд без этого идет почему-то, без рыбы. Так, бафы, 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 бафы. Да он охуел просто. Все, на скайт, на скайтека еще нет. Разжалуйте. СГП, пожалуйста. Да, разжалуйте. Все, по скайтеку дайте баф. По скайтеку дайте баф, парни. Все, давайте. Я запускаю. Каска 2 минуты, если что, пороги. Дайте каску пороги. Все, дали, все готовы, поехали. Рост дадите, как только ближе они подойдут просто к вам. Подходи поближе ко мне, Баллада, чтобы ты от двух боссов стаки не ловил. Давайте, рост и поехали. На пол ваза весь. Гера там будет, не? Геру дайте, парни, ничего Геру не дали. Сказал же, с пула сразу Геру давайте. Шам, любой, нажми Геру. Нажали, нажали. На меня просто не повесилось. Я же сказал, подойдет сразу, дайте Геру. Ну там уже 40%, нормально. Просто ваза. Вот, выйди из лужи. Первый стак уже висит, парни, если что. А он уже падает, блядь. Добивайте, добивайте, добивайте. Вы мне, блядь, главное, ваза не уроните просто, и все. Ну, давай уронили. меняемся. На ваза на пульте, парни. Я напулил. Вот эти потеряли, сюда надо БР-1. Я бегу. Вставай, Тедис. Меняемся. Не-не, Тедис, ты не туда побежал, Тедис, ты не туда побежал. Я бегу забирать вас. Ну пиздец, он только бабл-то прожмешь. Никипот, пойди ресни от Тедиса. Там Протеус сейчас ляжет. Пойди под хили Протеус будет. Я выживу. Сейчас прожмусь пока. Че, пошли поменяемся. Ты идешь, не? Пошли. Бейте, 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 я потанчу эту, бейте. Сдох. Там как раз Ривендера сейчас добьют. Ну, а тут по сути нехуй тащить-то. Тут можно на самом деле в одного хила, если нормально. Только ренжу сейчас на ромбике держите. Сбивайте косты на ромбике, парни. Пошли поменяемся. Шумский, забери пока этого. Забрал, забрал. Бегом. Как звуки выключить? Кто помнит? Ctrl-S или Ctrl какой-то? Ctrl-S. Алло, блядь. Все, 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 бейте, 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 бейте. Косты сбивайте, парни. Как? Детали смерти открывай. Так, на мне два стака. Я готов меняться. Вот. Ну, пошли. Там еще и Протеус есть, в принципе. Все, в лужах просто не с тем, ребята. Гнев небес, это ты с кем-то очень близко стоял. Это ОЕшка. Что-то вообще же быстро они сдыхают. Твоя жизнь принадлежит мне.
все, давай поменяемся, Влад, добивай. Мы добьем того и вернемся, скинем стак и вернемся. Да не, не надо, я тут достаю. Ну, окей. Я же через один косты сбиваю. Окей, 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 окей. Вас близко стоишь. Вы стараетесь всегда стоять от босса на небольшой ранже. Эти РДД-боссы, они реагируют на ранжу. Чем ближе таргет, тем основной таргет будет на нем. Самый ближайший его таргет. Твоя жизнь принадлежит мне. Ну что, грудачок на меня выпали? Да, по-любому. Я готов тратить. Епошку. Все. Ребят, ресайте павших. Да ладно. Наконец. Что, выпал? Да, да. Грудочок выпал. Молодцы. А, 213-й? Ну, грудак. Да, да я понял, я понял. У меня последний токен нужен. А. Как раз грудочок. Вон там пушка упала, меч. А у тебя 226-й, да, по-моему, Влад? Да, да, да. Следующий квартал. А, парни, следующий квартал у нас идет с этим слотхивом. Это у нас чумной. Чумной, парни, идем закрывать сразу. Давайте, остановились, подождали всех, быстро рыбафнулись и побежали дальше закрывать чумной. Так, давайте, подходите все, бафаемся быстренько. Так, Протеусу не нужен этот, на второй спик кому-то нужен на танка меч. Все, ребят, никто не будет собирать. Открывает, по-моему, только те шмотки, которые ты можешь. Вроде или нет. Ну, да. Так, все, все тут, парни, дайте рыбав быстренько по рейду. Давайте каски, кулаки, кресты, быстренько чик-чик-чик-чик-чик-чик. И побежали дальше. Рыбу пока можете не ставить, поставим уже перед боссом. В принципе, там перед уже перед Хейганом поставим. Все, все готовы. Все, побежали, значит. Раз, все готовы. А, давайте брать по одной гаргуле. Если что, то одну фирьте, просто фиряйте. Трик тебе не надо? Ну там ханкуль выше тебя, Влад. Бля, че, серьезно? Ну, ну ничего, еще чуть-чуть походишь. Понятно, ладно. Влад, кикай его с гильдии. Забирай себе. Не-не, парни, так это не работает. Я перезайду. Давайте, перезаходите. Я решил паролить. Ну, говорит, перезайдет, решил аддон поставить. Хуй его знает. Я такой, что второй босс не падает, ничего, в смысле? В смысле, я роли ничего не даю. Слова, разролили уже кинжал с трэша, который упал? Нет. Это боешный, он в ХБ. А, ну боешный, все, сорян, он не увидел. Он не боешный. А, нет. Там что-то меткость, сила заклинания. Да. Сейчас давай, ну, разролим. Да, просто я типа с удовольствием, если никому не нужен. Так у меня говно за репу. А что, не будет никто больше собирать накс десятку? Типа я бы локом сходил. Я ДК могу сходить, потанчить, если кто-то еще соберет. Чувствую, блядь, я буду в понедельник или в среду второй накс собирать, просто да и все, идти локом туда. Нет, с другими персами играя, вы не можете ролить по приоритету других персов, блядь, своих вторых. Это чё за хуйня? Вы чё, блядь? Давай я, блядь, по приору с X2 паролю, ебать, здесь, нахуй, блядь. Ну представь, чё за хуйня? Не понял, что вообще. Это я отвечаю на вопрос ПВП. А, все, понял. Сорян. Давайте фирять, блядь, гаргулью, ебаный в рот. Давайте вот эту вот Влада гаргулью добиваем и стопаем, блядь. Еб твою мать.
давайте. Фиряйте, фиряйте, фиряйте. Половина здесь, фиряйте все, чтобы в фире были. Давайте, потому что мы сейчас не прохилим. Фиряйте одну и вторую. Дальше не идем, ждем, пока, блядь, дебаф спадет. Бачи, готовься. Петов, поубирайте, Петов, поубирайте назад, парни. Петов, поубирайте своих. Да, нормально, они там далеко. Кажешь. Нормально. Читай на. Фире должна быть постоянно, чтобы вообще, блядь, не кастовал. Все, я сдал. Все, уже не умрем. Все, уже спали, кстати. Угу. Так. Где ты? Стой, этот Ферадзор. Фиряйте, блядь, две гады. Фиряйте, парни. А, баллада, сдай им на ману, ну куль поставь, то там. Половина рейда просела по мане. Спасибо. Так, сейчас подождем, пока стаки спадут. А, все, в принципе, стаки уже спали. Сейчас выхиливаемся, отбиваемся и, блядь, бьем босса, да и все. А, кто там ставит рыбу? Поставьте рыбу. Падали. Леха, дай нам рыбу звезду. Все, кушайте рыбу. Так, чекаю баф. Так, войд без бафа. Всяко без бафа. Сейчас кушаем, даем баф по рейду. Так. Кресты. Кресты на всех вроде есть. Каски. Каски по паладинам. Каски по варлокам. Так. А где WhatsApp у нас? Бежит. Давайте, даю врача. И начинаем бить. Лёш, кинжал не БОЕ, он персональный. Все готовы, поехали. Ну давай ты на боссе, я потом выберу. Давай. Босса в медведя напуливайте в Шумском. Диспелим чуму. ДЦ это на тебе. Ох, ебать, я подлагал красиво, блядь. Никитос, понапуливай на меня, пожалуйста, по этих бомжей. Спасибо. Ох, блять, вы даете, парни. Загри. У меня КД, блять, таунта все забрал. Блять, на пульте, парни. Да, нормально, мне сейчас. Агро, блять. Никитос, дай БР в скайтека. Сейчас телепортация как раз будет. Сразу лока подняли, дали рыбах по рейду. Ну, сразу и на козагроне сидит. Ой. Скофил гим на хп. Не, он типа понял, он же телепортируется и скидывается все агро. Я даунчу, и пока он на меня 3 секунды бежит, то вы уже успеваете новое набирать. Я физически не успеваю просто.
Трэш, парни. Санхуля, от КД шелся у тебя этот тотем? Минуту еще. Окей. От КД шелся плюс чат, не? Никитос, если есть Иннер, даешь балладу Иннер? Дал. Я дал тоже, давай. Запивайся, баллада. Рафаэль, что там у тебя с ноутбуком опять? Мне игра зависла и меня выкинуло из игры. Бля, да шо ж вы так, блядь? Жабы, блядь, на локах на экзекут фазе. Так, все, в принципе, никто не умирал. Идемте дальше. По чуть-чуть бьем. Сука, пидерсия. Ну так он работает. Так, наручи, говорите, да? Давай я сролю себе эти наручи, блядь. Завода пижу. Нет, там давай. Бля, у меня список просто где-то есть, блядь, неудобно отвлекаться. Давай, ладно. Где надо их на мишку тоже, блядь, не падать здесь. Если ты на кота взял их, то у нас завода пижу. Нет, это я на медведя взял. Я, блядь, в рейде, пока я не одену медведя и ярдру, на кота вообще. Кот это чисто у меня для острова, чтобы хвостики доелать, и все. Ну что там, про хил выйдет погулять? У нас все хилы разом отошли. Впервые, блядь, на трэше прожимаю, блядь. Нахуй шилы, блядь. Надо, блядь, хоть наручи отложить, а то распылю их к чертовой матери. С посохом? Да, как с твоим с посохом было. Распылите всяку, пожалуйста. Дайте моему питомцу КП, пожалуйста. Реально, распылите всяку. Так, мы сейчас проверим, что у нас там по этому. По бафу. А тринкета на СПД не может прокнуть все одновременно? Нет. Кашей, все может. Так, на всех есть баф. Если ты про это. А, я про это вот.
Просто уже с третьего брока не прокает. Давайте, открывайтесь, парни. Все одновременно прокает. Шея сразу прокает почти. Можно лавку, пожалуйста? Спасибо. Так, давайте, отпивайтесь, я даю РЧ. Рыбу попросили, рыбу поставил. Ну вот рыба, парни. Вот возле медведя рыба, смотрите. Дживс оставит, нет? Дживс никому не надо, ребят. Вроде пока нет. А Дживс... А, надо. Стой. Какие ставки? Вон Дживс. Кто помрет? Да, никто не должен. Умирают, должны умирать только те люди, у кого, блядь, лагает, либо слабый интернет, и все. Ты босса, да, держишь? А, да. Так, Цяка, СС на Никипоца. А, бля, он уже шелинг ливнул, я понял. Цяка, Никипоц, а, Бельт, давай ты отдашь по Войду, а Скайтек по Тедису. Ханкуль, если что, встанет своей херней. Поэтому, хотя, блядь, паладины, там баблы у них. Чё, поехали. Давайте, я пулю, РДД сразу туда, Еру с пула, как только станете, сразу Еру. Давайте, на пул весь медведя, парни, поехали. Еру сразу давайте уже, парни. Ну, ты сам виноват. Так, печенье. Печенье сейчас, когда ударит, сразу РДД в звезду спускайтесь. Ну вот посмотри, где мы стоим и где ты умер. РДД, спускайте звезду, РДД в звезду, РДД в звезду, РДД. Ты рано босса сюда подводишь. Они успевают дебаф получить. В самую последнюю очередь убегай, когда он телепортировался уже. И готовились бегать. Побежали. Поднимай мне. Блядь. Да вон ваза. Или давай ваза. Там. Давай ваза. Хочешь, давай я стаунчу кого-нибудь поднимешь. Сейчас давай на следующий перейдем. Ты затаунтишь, я подниму. Лёха, готовься вставать. Забирай вот. Угу. Блядь, я ватсапа подниму. Ой, сука, дебил, блядь. Вставай, отца, быстрее вставай, забегай в треугольник. Дайте салют. Ваза. Не вовремя ты стаунтил. Угу, я уже понял. Да все, там экзекут фаза пошла сейчас уже. Придется все равно еще разок, наверное, побегать.
Все, спускайтесь, РДД. Так, Инар, кому дать ханколь, держи, Инар. Побежали. Классно, у нас один хил. Да тут осталось 7% до хилит. В крайнем случае, давай я сейчас заберу, прожмусь. У меня все прожимки есть. Да я сейчас попрожимаюсь. Сейчас на перебежках, если что. Хил пока войд. Я прожмусь. Я зажал, я забрал. Угу. Все добивать. Ресаем, кто поумирал? Еще одна тринка. Да, что-то РДДшкам сегодня идет. А вчера то же самое было, блядь. Тоже две тринки упало. Ебать, сролил наручи сразу, блядь, по приору, по штука нахуй, Олег. Так, тринка. Нет, тринка мне не надо. Давайте, захиливайте рейд, парни. Дайте быстро баф. Баф минимальный по рейду дайте, перед лухивом уже нормально зарабатываем. Давайте РДД в глаза, милики в этих червей. Все бьем или по краю? Да всех идем бьем, чё по краю идти? Ну, просто да, РДД сразу заливайте глаза, да и все. Почему каску не дали? Перед боссом тебе дадут каску. Перед боссом, я же сказал, сейчас много роли сыграет. Те, кто падает, им каски не дают. Плащ, плащ, это на кота плащ. Не хочу я на кота ничего ролить. Благо я успел это забрать все, блять, когда с ГП не давали за эту хуйню. Дайте ему там пару гпшек за то, что он это все равно забрал куда-то. Давайте, парни, меньше флуг, да, и все будет замечательно. 54 минуты, я пойду. Ну, два квартала, сейчас это нормально. Тем более два сложных квартала. Паучий за 18 проносится. Да, паучий быстро пройдем. Я же говорю, просто мы на конец оставим легкие кварталы себе, да и все. Ребят, у нас там Шама умер. Поднимет там кто-то деда. Поднимайте деда, давайте все клоудхибу. Так, Протеус, давай штука. Потому что я не знаю, выдержим мы вдвоем с Владом или нет. Хотя... Таня, давай на Верочку. Да пусть лучше спекнется. На Верочку. Так, трик, у тебя же есть Аршама, правильно? Давай, чтоб с первого раза убить трик, прыгни сразу в Аршаму, да и все. Сразу с первого раза сейчас убьем. Дайте вот сюда в звезду куда-то рыбу мне, пожалуйста.